Мотоцикл Irbis TTR-125 предназначен для развлечения за городом, на даче или на специальных трассах. Он подходит прежде всего для обучения навыкам вождения двухколесных байков. Это легко организовать на любой площадке, где нет движения машин. На Ирбисе вполне возможно получить и простейшие спортивные навыки. Они потом пригодятся в нормальной езде по городу, на дорожных мотоциклах или дальних путешествиях. Мотоцикл Irbis TTR-125 не предназначен для дорог общего пользования, и поэтому для него не требуется водительских прав. На данном мотоцикле могут кататься как подростки от 12-14 лет, так и взрослые без ограничений. Irbis TTR-125 не просто мотоцикл уменьшенных размеров. Он занимает особую